Открытая трибуна. Как предотвратить осеннюю депрессию? Лично мое мнение, нужно отвлекаться. Прогулки осенние по парку очень сильно отвлекают. Ну, подумай так, поразмышлять. Лучше съесть мороженое и куда-то съездить отдохнуть уже перед осенью. Последние теплые деньки. Главное не унывать и понимать, что все-таки жизнь идет, продолжается. И найти любимое дело, которым хотели бы заниматься, либо же погрузиться в работу или в учебу. Найти новых знакомых, где-то поступает, где-то уйдет в школу, кто-то идет на работу. Поэтому, мне кажется, главное общаться с людьми, не забывать о том, что ты не один в этом мире, и что жизнь идет и двигается дальше. Надо заниматься спортом, на мое мнение, развлекаться, но не употреблять алкоголь. И, наверное, вся радость нашей жизни в том, чтобы усовершенствовать себя и окружающих вокруг себя. Каждый борется по-своему. Вот я, например, борюсь, я стараюсь где-то выйти на речку и купаться. Мне все равно, в октябре, в ноябре, ну, чтобы окунуться. Нужно просто просыпаться с той ноги, всегда быть в хорошем настроении. Это даже, не знаю, просто радоваться жизни, все будет замечательно. Просто не нужно зацикливаться на серых буднях, отдыхать, часто проводить время с друзьями. Ходить, вот, к примеру, в парк, слушать музыку, выступать группами. Нужно больше находиться на свежем воздухе, больше гулять со своими друзьями. И не гулять с друзьями, которые тебе не нравятся, и вообще люди, которые тебе не нравятся, их избегать. Вот тогда будет все прекрасно. Открытая трибуна.